короче, шел-шел по трассе, гаишная машина, все перекрыли. На трассу сел самолет. Нас в объезд пустили, а он, вот он. Сейчас вот приближусь. Прямо на трассу. У Зенектау. Вот он. Это обычный пассажирский самолет. Ну, может, необычный, а какой-то военный. Да, военный, похоже. А ну-ка. Вот эта трасса, по которой я ехал буквально там 3 часа назад, на нее сел самолет.